королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра раскладушку принесла для меня. Очень трудно, что-то голубки в коридорах, где сплошь, с некобрубком к обрубку полегла молодежь. Вертолетчик без правой, минометчик без двух, на повязках кровавых ничего, кроме мух. Отыскала местечко в самом дальнем углу, где десантник навечно задремал на полу. Унесли бедолагу, положили меня, и отсюда ни шагу, я спокойней коня. Ведь от ног до макушки весь я гипсовым стал, мне не надо подушки, разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях, в госпитальном чаду, в наркотичном, спиртушном, одержимном бреду. Если чудо случится, если снова срастусь, дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь. Ну а коли не воскресну, все равно хоть часов проживу на чудесной, поглядев адресок. Ну там дальше повторение, прошу. Время.